Фазмофобия. Первая серия. Всем привет, ребят, мы играем в Фазмофобию. Фазмофобию вы, наверное, на превьюшке все прочитали. Я играю за черную женщину под названием, под именем Барахлюш. И с вами еще Ларка, поздоровайся. Ну да. Я первый раз зашел в игру, так, одиночная игра, сетевая игра. Я тут начать нет. О, я тут. Все, хорошо. Наконец-то ты присоединилась. Ну, поехали, можно поехали, все. Да уж, ну слушай, вроде прикольно ты флексишь, конечно. Это как-то, это надо как-то брать? Это, ага, вот, взял. Это говяный фонарик, к слову, есть хороший. Да, но его здесь, давайте я расскажу, ну, чтобы ты понимал хоть что-то. Это ультрафиолетовый, им отпечатки смотреть рук, ног. А блокнот, типа, можно бросать в доме. И если призрак, типа, летает примерно в той области, он там будет писать или рисовать. Термометр, ну, это, соответственно, температура, как бы. Ты смотришь, где она пониженная или минусовая, значит, там есть тоже призрак. Рация, ну, понятно, ты в нее говоришь, прям разговариваешь. Типа, тут можно называть имя призрака, чтобы его забайтить на контакт. Можно это говорить по ходу игры. Ладно, время, засеки время. Сколько время сейчас? 4:30. Я иду вперед. А здесь можно тише? Здесь можно как-то идти не так быстро? Нет. Ну, типа, либо ты просто держишь шифтом, бежишь, типа, либо ты идешь без шифта. Блять, какая темнота. Какая темнота. Ларка, здесь я вижу можно только... Можно включать свет. Где? Блять! Вы на выключателе. Я стою на пороге, у меня отдышка. Мать твою! Это что? Я не знаю, какой кошмар. А что мне делать? А вот ты сказал мне сидеть и я не рассказывать. А чё мне делать-то, блять, вообще? Здесь подвал. У меня ничего нет, да? Блять. ЕМП у тебя есть? Да. Неси сюда. Блять! Мне страшно. Держись, бужайся, это наша работа. Я думал, записывать лучше. В этом нет смысла. Она, типа, просто показывает тебе, покажет то, чего, так сказать, ты бы глазом не увидишь. Что это за... Что за звук? Что это? Это рация, по-моему, у тебя в руках. Я настолько д***л, что испугался рации в руке. Ты здесь? Подай знак. Ты меня слышишь? Подай знак. Подай знак! Подай знак! Подай знак! Алло! Шлюха, я знаю, ты здесь! Подай знак! Она молчит. Ты не говоришь, надо разговаривать. Двери все открыты, ты видишь? И тут температура низкая, он здесь, в этой комнате. Подай знак! Подай знак! Слушай, что я тебе говорю? Это в этой комнате. Боже мой, как же страшно. Должна быть наоборот, низкая. Назови свое имя. Пробки выбило, успокойся. Это хуета. Закрыла дверь за моей спиной. Я просто не вижу где. А, вот, подожди. Так, температура. Сейчас она плюсовая. Давай дискорд. Че, пересрался уже? Да, я уже поорал, бля. Вода включилась. Да? Да. Подай знак. Или выключи. Выключи воду. Она должна в рацию мне отвечать? Да, там должны слова быть. Я в машину. Ты какого хрена ты в машину? Надо кое-что посмотреть. Ну, огонек пауэр, это что я включаю? Огонек пауэр? Ладно, сейчас я зайду в ванную. Линда Розуэлл, выключи воду. Линда Розуэлл, чего ты хочешь? What do you want? Линда Розуэлл! Линда Розуэлл!
Блядь, есть третий огонек. Она хочет, чтобы я включил воду сам, походу. Улики-то. Блядь. Мы с тобой уже улик собрали, по-моему, уже определить можем, кто это. Я ничего не собирал, блядь. По счетчику все тихо. Он уже сработал, уже все. Мы, главное, нашли место. Теперь нам надо просто ее... А, блядь! Сука! Ты что, ты выскакиваешь-то так, а? Ты хочешь моей смерти быстрее, чем в этой игре? Ты как служанка испаньола, блядь, из очень страшного кино. Ой, из «Дон с паранормальным явлением» появляешься из ниоткуда. После примерно получаса бесцельного брожения с моей стороны, и когда я уже более-менее привык к дому, мы начали выбираться конкретно с вылазками в дом, чтобы что-то замерить, либо что-то записать. Блокнот там. Нет, там. Я хочу найти камеру. Эта мразь опять включила воду. Она у меня. Она дай ее... мне так камеру. Я выключал ее. Слышишь, дай мне такую камеру, а ты ультрафиолетом свети. Нет? О, блядь, это твое дыхание такое дурацкое. И что, ничего нет? Ну, оно не сразу. Термометр... Блядь, где я? А! Где я? А! Нет! А! Меня убили. Я, блядь, потерялся в пространстве, нахуй. Она мне в ванной завалила. Все, нахер я ушла. Ну, мы релоуднулись и начали заново, но в другом доме. У меня соединение прервано. Заебись, ты фонарик кинула. Я увидел огонек. Я увидел огонек. Точно? Температура упала. Блять! Надо сваливать! Куда идти? Блять! Где выход? Блять! Где выход? Где лестница? Сука, что за лабиринт? Сука! А! Все. Как хорошо на улице снег идет. Какая красота, а? Я заблудился наверху. Блять, аж в камеру кинул. Получай, крылатое сатанинское племя. Ну вот, мой длинноволосый напарник вылетел, из-за чего мне пришлось заново релоудиться и заново все это заходить и все такое. Так, окей, все, мы здесь. Он ответил мне, так что это... Что он тебе сказал, блядь? Он сказал, что ты дурачок, а ты умрешь первым. Я брошу тогда. А здесь, кстати, температура нормальная уже. Но он ничего не написал. Зажгись, бля. Не зажигается. Да, я знал. Спасибо. Блядь! Какая сука! Нахуй! Ты иди нахер со своими знаками! Все, я умываю руки, блядь, не для меня эта работа! Какого хуя ты уже здесь, блядь? Ты же только что там сказал, дай знак! Дай знак и съебалась! Ну, могу заверить, что он точно там. Ой, ебать, смотри, он активность проявил, вон. Она сейчас идет, посмотри, по графику, видишь? Он что-то там творит. Страшно подумать, что он там делает. А надо зажимать или как? Нажми там эту, как по рации, чтобы говорить. Второй огонек зажимается, что типа ты говоришь. Дай знак. Так зачем ты дверь закрываешь? Блять, зачем ты закрываешь дверь? Я общаюсь с призраком. Тут переговоры важные, а ты мне хлопаешь дверь за ушами. С того самого момента мои нервные клетки были на пределе, и я шугался вообще всего, что можно только. Пошли. Тебе это понравилось, да? Тебе это нравится? Так, подожди, надо в журнал зайти. Пошли исследовать, ебать. Он знак он точно подал, да?
Все, я включаю этот ночное зрение. Подожди. Не ходи никуда. Это что? Это что-то наверху было. Что-то не было, тебе показалось. Тихо. Он уронил пшикалку. Ну ты что, понял, куда бежать и как? Блять! Сука! Что? Блять, он мне дыхнул в правое ухо, сука! А, дверь закрыта! Дверь закрыта! Наверх! Наверх! Я нашла ЕМП. Да, это я его здесь бросил. Свет, как выключить свет? Ты жив? Я замер, тихо. Он что-то хрипнул рядом. Скорее всего, так и закончилось. Он, наверное, дошел до сюда и уже пропал. Господи. Все, ЕМП зафиксировали. Значит, ЕМП минусовой не было, кстати, к слову, в итоге. Мы в безопасности здесь, да? Он не умеет открывать шкафы? Умеет. Бля. Мираж. ЕМП было. Мираж, получается, да. Теперь надо съебаться по-хорошему отсюда. Блять. Все, заебись. Мы дожили до 27. Я 27%, да? Юф! Мы выполнили 25%. Сразу одно задание. Мы будем делать, сбегать от призрака? Это надо. Бежать от призрака, пока он ходит за вами. Так он и так охотился за нами, блядь! Это типа надо не прятаться, а просто бегать кругами, пока он не отстанет. А как и так может быть? Типа у него одышка может произойти, и он такой, ну его нахуй или чё? Просто атака закончится. Ну либо... Ну и чё, мы сейчас задницами трясти, да? Ну давай, решил, ну давай попробуем. Сможешь? Ладно, напоследок, сейчас уже все закончи, закругляться надо. Подожди, нужна ЮМПшечка. Она будет работать, если... Уже ничего нам не нужно, мы уже все выяснили. Ну по активности-то он активность, когда проявляет, у него ЮМПшка значит работать, можно убегать. Ну типа, ну пойдем, ладно. Тихо. Атака. Блять! А какими кругами речь идет? Тут все, я по кругу же! Спрятаться как-то, засесть куда-то. И фонари вырубить. ЮМПшка не работает. Вообще должны еще фонари в руках мигать. Но что-то либо он далеко просто от нас был, либо хз. Стой, я бегом. Ух, нормально. Но мы должны пройти, Билли. Блять, мигает! Мигает! А так... Сука! Ты там один? Я один! Нет, выключаем. Ну-ка. Пошел нахуй! Не лезь ко мне! Зашкаливает хуета. Он где-то рядом. Кончилось. Он прошел где-то рядом, прям я слышал его. Ну, задание не сделалось это. А как ты знаешь? Так потому что я в машине сижу. Да какого хуя ты в машине сидишь-то? Я успела убежать. Какого хуя успела убежать? Я один здесь, я как подопытный, что ли, а? Так я ж тебе сказала, что ты один. Блять, откройся. Дверь не открывается. А, она на себе надо. Как выйти отсюда? Где выход? А. Нахуй. Все, я увольняюсь, пизду. Ты выбрал? Стой, ты выбрал? Да, вроде. Да, выбрал, успел. Фантом! Это фантом! Ты чертова неуч! Как ты могла не узнать? Я положился на тебя! Я был... Сука, я был приманкой практически, а ты тут... Это не он! Мы не угадали! Ты так говоришь, будто я, блин, его в лицо знать должен. Ой, это была Фазмофобия. Спасибо за просмотр. Если хотите, подписывайтесь, ставьте лайки там.
спасибо, Аня, за компанию. Всем пока-пока. Пока. Скажи пока. Чао, какао. Чао, какао, бля.